Сегодня вместе с нами в преддверии замечательных праздников раввин и певец, который сегодня проживает в Киеве, который когда-то родился в Минске и, конечно, как и все мы, по дороге в Иерусалим. Приветствую рабби Пинхаса Цинмана. Всем привет, шалом. Мы очень и очень рады видеть вас сегодня. И я знаю, что у вас есть замечательная песня «Где ты?». «Где ты?» с большой буквы, а на самом деле этот же вопрос можно обратить и к самому себе, ибо Всевышний ведь сказал первому человеку Адаму, который скрывался где-то там в райском саду после греха, Всевышний спросил его: «Где ты?». Как у вас родилась вот такая идея написать и, главное, так озаглавить эту песню? Мы, когда мы смотрим на окружающий мир, мы видим только сам мир. Но когда мы размышляем над тем, что мы видим, если мы на самом деле задумываемся над каждым шагом своим и вообще над каждым событием, которое с нами происходит, то мы начинаем замечать, что все не случайно, что какие-то закономерности определенные. И таким образом все больше и больше видим в этом мире проявление Всевышнего. И как бы моя идея песни, она заключается в том, что человек, где ты, он изначально начинает искать Бога. Даже если ты еще пока не видишь его, но самое главное – начать искать. Завершился предыдущий еврейский год, когда мы должны были подводить итоги того года и найти себя, где мы находимся. Да еще, в принципе, сейчас у нас есть шанс что-то изменить, мы снова должны посмотреть на себя и понять, где мы сейчас. Остановиться и переосмыслить свою жизнь, чтобы начать, как говорится, с чистого листа. Покажи, в какую мне дверь войти и не ошибиться. Нельзя ведь в середине моего пути взять и остановиться. Птицей вверх против ветра жизнь моя мчится. И чтоб не упасть, нужно махать крыльями быстро. Я никуда не уйду, пока в этом мире тебя не найду. Где ты? Я не вижу пока, но прокладывать начал я дорогу туда. Ведь знаю, нету места без тебя. Почему земле нужны слезы? Быть может, чтобы вырасти на снегу, затем смогли розы. Где ты? Ответь же скорей на мои все вопросы. Ведь нужен мне знак, чтобы следующий шаг было сделать не поздно. Нет, я никуда не уйду, пока в этом мире тебя не найду. Где ты? Я не вижу пока, но прокладывать начал я дорогу туда. Ведь знаю, нету места без тебя. Понять, что у всего есть цель. Ты можешь поверить, а не хочешь, не верь. Главное, что ветер не завел нас на мель, и в конце пути вошли мы в нужную дверь. Итак, вы начали поиск со слов «Где ты?». И куда же этот вас поиск повел? Этот поиск меня повел к папе. Между праздником Рошана и праздником Йом-Кипур происходит 10 дней раскаяния. В эти дни раскаяния есть особая молитва, которая добавляется. Она называется Авину Малкейну. В этой молитве мы обращаемся ко Всевышнему с просьбами обо всем, что нам нужно, чтобы вот он в этот период помог нам исправить себя и вынес хорошее решение, и убрал с пути все препятствия врагов. Но как мы обращаемся ко Всевышнему?
Хотя Всевышний является царем, но мы к нему обращаемся сначала Авину, а потом Малкейну. Авину на иврите означает «отец наш», а потом мы говорим уже только «царь наш». И у меня есть песня, которая называется «Папа», где как раз я немножко вот это сравниваю и сопоставляю нашего земного отца и небесного отца, что оба отца, они нам нужны. Читаю книжки, это совсем не секрет, что занимаю другую я нишу. Может, какой-то куплет в песне могу сделать речитативом, но если музыки нет, не раскачает тебя мою чтивость. С детства люблю рифмовать, вкладывать смысл в красивые строки. Это сильнейшая страсть, драйва дает и энергии много. Может, МС мне не стать, да я и сам не рисую границы. Хочется жить и дышать, и чтобы папа мог мною гордиться. Я всегда хочу лишь быть собой, чтобы сам я мог рулить своей судьбой. Чтобы в ситуации любой освещала путь тебе моя любовь. Я всегда хочу лишь быть собой, днем и ночью, в холод, дождь и зной. Папа, знай, что хочется порой наконец найти свой путь домой. Если посмотришь вокруг, каждый своим обладает талантом. Кто-то в учении крут, кто-то цитирует Ницше и Канта, рвет оппонента без рук, речи толкает красиво и внятно. Я ж соблюдаю кашрут, и на шаббат одеваюсь нарядно. В облаках не летал, никогда не питал я иллюзий, и в результате остался жить не в ущерб ни себе и ни людям. Не выходил я в астрал, и не гадал, что со мной будет, к дому дорогу искал. Как бы далек не был путь или труден, я всегда хочу лишь быть собой, чтобы сам я мог рулить своей судьбой. Чтобы в ситуации любой освещала путь тебе моя любовь. Я всегда хочу лишь быть собой, днем и ночью, в холод, дождь и зной. Папа, знай, что хочется порой наконец найти свой путь домой. Итак, от поиска себя и от поиска папы. Следующий шаг. Песня красивая, называется «Твои глаза». Песня как раз записана в стиле хасидского регги, с того стиля, с которого я, в принципе, начинал. Регги изначально мне понравился как такой лайтовый, такой легкий, красивый стиль, притом он очень позитивный, все время поется каких-то солнце, море, вот такая вот Ямайка. Это лето всегда у нас, и море вызывает какие-то позитивные эмоции. И еврейство должно вызывать позитивные эмоции, мысли о Всевышнем должны вызывать позитивные эмоции. Как отношение между Всевышним и нами, как между отцом и сыном? Когда отец закрывает перед маленьким сыном свои глаза, то сын начинает плакать, потому что ему кажется, что папы нету. Когда отец открывает глаза, сын опять видит его лицо и начинает улыбаться и смеяться. И отец так с ним играется. Мы все так, наверное, сыграли со своими детьми. А кто не игрался, еще поиграется, дай бог. Но со временем, когда ребенок растет, и отец проделывает тот же трюк, мы видим, что это никак не влияет на ребенка. Он уже не плачет, когда папа закрывает глаза. Говорит: пап, ну что ты думаешь, я не понимаю, что твои руки – это и есть то же самое, что и ты. У нас же такие отношения со Всевышним. Мы, в принципе, можем всю жизнь прожить, так сказать, в статусе этого ребенка. Если мы не будем развиваться и искать Всевышнего вокруг нас, то мы будем видеть только руки Всевышнего. Но на самом деле руки Всевышнего – это есть тот окружающий мир, который мы видим. Только нам будет казаться, что этот мир существует сам по себе. Если мы будем искать Всевышнего, если мы будем прилагать усилия, просто включать, так сказать, иногда простую логику, то мы увидим, что окружающий мир – это есть руки, которые закрывают лицо Всевышнего, а руки тоже являются сутью того же Всевышнего. И тогда у нас пропадает страх и пропадает тревоги. Но на самом деле, что происходит? Все равно мы все-таки дети, и нам сложно. Мы просим Всевышнего: пожалуйста, открой свои глаза, открой свое лицо, покажи, все-таки покажись нам. В смысле, что как прямо каждый человек говорит: я поверю Богу, если Бог сейчас откроется мне.
В этом плане не всегда нужно, чтобы он открылся, но в таком плане. Имеется в виду, что Всевышний хочет, чтобы мы увидели, что он и так и здесь присутствует уже открыто, только нам нужно самим это понять. Это называется как бы попросить Всевышнего, чтобы он нам дал этот разум, помог нам понять это. Отгадай твой секрет, пытаюсь я много лет. Говорят небеса, я все понять должен сам, как построить своей душе новый храм. Скрипая ладонями лицо, улыбку даришь мне свою. Я с тобой, как сын с отцом, за руку в темноте иду. Пускай мне ветер дует в грудь, намочит ноги мне роса. Настанет время, я смогу видеть вновь твои глаза. Я долго искал между правдой и ложью. Казалось, порой они так были похожи. Улыбался мне Бог в ответ, старался я тоже. Но яйца Рора подставлял намного подножек. Учился я сам и учил меня Раби, как сделать, чтобы весело всем было на небе, чтобы ангелы вместе со мной песни пели, и музыка молитва открывала все двери. Скрипая ладонями лицо, улыбку даришь мне свою. Я с тобой, как сын с отцом, за руку в темноте иду. Пускай мне ветер дует в грудь, намочит ноги мне роса. Настанет время, я смогу увидеть вновь твои глаза. Песня о глазах. Вы так символично сравнили это с тем, как папа может сокрыть свое лицо, свои глаза, и ребенок начинает беспокоиться, а есть ли папа? На самом деле папа, конечно же, есть. Это должно привести к тому понятию, которое в иудаизме называется геула, избавление. На самом деле это больше, чем просто избавление еврейского народа из изгнания. Если посмотреть глобально, то это относится ко всему миру, это относится ко всем народам. Это как раз-таки вот это вот раскрытие, когда смотрим на мир, а видим только вот эти вот руки Всевышнего, думая, что это и есть, как сказать, и думаем, что этим все ограничивается. Мы уже когда будем видеть суть, что мы должны делать, мы будем видеть, как мы связаны с друг другом, то пропадет и вражда, и люди будут просто объединяться с друг другом, чтобы исполнять общие цели. Это как раз и есть смысл праздника Суккот, когда в Иерусалимском храме молились о всех народах мира, приносили 70 жертв во имя 70 народов мира, и приходили, объединялись, и, собственно говоря, даже читали в эти дни пророчество о раскрытии Всевышнего в этом мире, единение человечеству. Поэтому как раз об этом идет речь. Может быть, эту песню мы можем посвятить радостному времени праздника Суккот и, может быть, даже предстоящему празднику Симхат Торы. И песня называется «Локомотив». Тот локомотив, который, в конце концов, как поется в припеве, он несет нас ко времени геулы. Там дело в том, что упоминается это слово, и что для тех, кто не знает этот термин, слово «геула» — это есть это время избавления, время раскрытия всей общей любви. Покинув мрак Египта стен. И высохнут слезы, и высохнут слезы. В пустынном поле вырастут цветы. Мы будем как звезды, мы будем как звезды. Мир освещать из темноты. Хочет танцевать.
поскольку мы оказались в изгнании, мы оказались в очень стесненных обстоятельствах, где не могли жить так, как мы хотели, потому что мы были на чужбине, потому что нас притесняли. Поэтому для нас, как для народа, локомотив, который ведет нас к освобождению, он ведет нас не в Нью-Йорк или в Киев, это там, где мы с вами, а он ведет нас в одно и единственное место на земле. И это место? Иерусалим. Иерусалим. Более того, у каждого из нас, у каждого человека есть свой Иерусалим в своем сердце, в своей душе, и внутри него есть его святой храм. Мой Иерусалим – это как раз-таки, опять же, то «я», которое человек ищет. Это и есть его Иерусалим, это то его святая частичка. И я бы сказал, где ты, оно всегда пишется с большой буквы, потому что внутри это человек, который Всевышний. И поэтому где ты, а ты внутри меня, далеко ходить не надо. Совершенно согласен с вами, хочу вас поддержать, потому что человек сотворен по образу и подобию Творца, и в нем есть некая искорка святости, божественности. И вот именно обращаясь к ней, с большой буквы, мы учимся уважать себя и искать свое предназначение в мире. И когда мы его ищем, уже мы наполняемся радостью, потому что начинаем исполнять то, ради чего в этот мир пришли. В этом песня «Мой Иерусалим». Солнце светит, где играют дети. Туда несет нас попутный ветер. Ведь скоро там мы друг друга встретим. Нам кажется, что время идет по-другому. Проходят годы, мы там вместе снова. Плачет земля молоком и медом, сохраняя следы своего народа. И сердце стучит пробужденное мыслями о тебе. И где-то в глубине, на своей земле, среди гор и равнин, там моя любовь, окруженная морями и реками. Долго жду тебя, когда встречу я мой Иерусалим. Вечной борьбе темноты и света, где-то на границе весны и лета, соединяя судьбы разных людей, даешь надежду для всей планеты. Здесь тысячи рук поднимаются к небу, просят удачи, мира и хлеба во всей вселенной. Где бы я ни был, ты в моем сердце, попасть к тебе мне бы. И сердце стучит, пробужденное мыслями о тебе. И где-то в глубине, на своей земле, среди гор и равнин, там моя любовь, окруженная морями и реками. Долго жду тебя, когда встречу я мой Иерусалим. Зайдет, освещая небо своими лучами. Все те, кто ушел, явятся вновь и останутся с нами. И город откроет свои все секреты, отступит тьма и место оставит для вечного света.
Я хочу поблагодарить вас, Пинхас, за потрясающую музыку, потрясающую вашу душу, которая вдохновляет нас. Пожелать вам хорошего года, чтобы поиск продолжался, чтобы он привел вас к тому, чтобы вы искали и сказали: искать — это найти, нашли себя, нашли Всевышнего, нашли свое предназначение в мире. И оно возможно в том, что вы помогаете каждому из нас, каждому вашему слушателю искать себя, искать его и находить свое предназначение. Всего самого хорошего. Спасибо огромное. Года. Как говорится, каждый благословляющий будет сам благословлен. Всем удачи, всем сладкого, хорошего года.